Да, у нас Тимур специалист по акустическим гитарам, а вот эта гитара, она как бы, ну, я считаю, что это какая-то качественно новая ступень в развитии. То есть, с одной стороны, это акустическая гитара, а с другой стороны, это электрогитара. Это как бы две системы в одном флаконе. Сразу вопрос. Удобна ли такая гитара для двуручного тэппинга? Ну, сейчас проверим. Нормально, можно играть. Да. Подходит для двуручного тэппинга? Ну, видите, как вот у нас даже четырехручный получился, в принципе. Да. Просто у нас две руки были еще не заняты. Добрый вечер всем. Здрасте.